Ладно, друзья, как будем мерковать, что тут не так? Вот, друзья, показываю результат. Здесь у нас крот вырыл такую огромную кучу. А немножко я помучилась. Почему? Потому что я волновалась, почему у меня не хватает одной перемычки. Болтики есть, а вот этой вот не хватает. И я уже даже начала считать на картинке. А вот. Но все равно получалась какая-то ерунда, если ее не хватает, да? То есть я думала, может быть, вот нижние здесь как-то должны быть длиннее без перемычек. Или на верхней не должно быть перемычки. Но если на верхней нет перемычки, вот на этой, то почему же здесь отверстие? Вот. Я начала думать, вдруг я ее где-то, она у меня выпала. И начала ходить здесь по траве, искать, поскольку она зеленого цвета, не сразу ее обнаружила. А она закатилась вот там вот, где у меня корзинка, вот где я разбирала их, и вот она закатилась за лавочку. Я счастливая, довольная. Вот, арочка у меня собрана. Осталось взять крестовую отвертку и помощнее их завинтить. Ну вот, друзья, оцените сами, как вам нравится, да? Какая красота получилась. Да? По-моему, очень симпатично. И уютно. Приглашаю вас в это кресло для беседы, для приятного разговора. Надеюсь услышать от вас отзывы, комментарии. Вот такая вот красота у нас получилась, друзья.